Прикинь, она опять крашнулась. И вот как хочешь, так и это, так и думай. Видимо, это логово. Логово, пойдем. Чем быстрее пройдем до какого-то момента, тем быстрее они все появятся. Хорошо. Хорошо. Рассыпься, ну. Хорошо. Слушай, прям идеальный заход, походу. Что-то прям очень все хорошо получается. Главное не сглазить. Отстрелил ухо ему. Ой, блин. А вот это было очень не кстати. Очень не кстати. Уйди отсюда. Налить самое главное себе на руки антисептика, чтобы не умереть. Так, все, они должны прийти вот сюда. Все сюда должны прийти. Я должен вот сюда стрельнуть. Как можно скорее. Отлично. Угу. Троих сразу прям. А хорошо. Хорошо. Так, где еще один? Вот он. Красота какая. Так, когда они все там кончатся, не знаешь? Я тоже не знаю. Давай посмотрим по лекарствам. Раз лекарство. И два лекарства. И, естественно, раз, два, три. Ну, потому что это бесконечно, мне кажется, их можно убивать, а играть нам нужно проходить. Нужно бежать, 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 бежать. Патроны. Патроны. Где здесь патроны? Вот они, патроны. Хорошо. И самое главное, это использовать мину. Кстати, можно, блядь, не мину, а вот эту вот использовать. Какой здоровый. Бежим. А потом использовать мину уже. Короче, после мины на тап не надо нажимать. Я это уже понял. Хорошо. Хорошо-то как. Слушай, всех поубивал. Отличный кристальный череп, это здорово. Отлично, так патронов нет. Патронов для пистолета вообще нет. И как быть? Ну-ка, патрон для пистолета. 15. 15 это мало, очень мало. Мне даже одну обойму нечем заполнить. По-моему, 17 в обойме. Порошок. Есть еще? Не... А что мне не хватает? Ржавых обломков, да? Да, ржавых обломков не хватает. Как жаль. Очень-очень-очень грустно. Так, здесь больше делать нечего. Пошел вниз. Все. Пистолет в крови, оказывается. Круто. 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 Что я могу сделать? Что я могу сказать еще? Так. Чего? Че это за кряхтение? Это, видать, меня ждет что-то очень веселое. А у меня там череп даже не пролезет. Как я туда полез-то? Ой. Смотри-ка, они там кушают. Какая красота. Ой, а здесь-то я вообще все вижу. Как грязи их там. Фу, противные какие-то. Фу-фу-фу-фу-фу, прям. А вы куда? Я еще не пришел, подожди. Когда там закончится уже это узкое место? Мне прям некомфортно становится, когда я по нему ползу. Че я сейчас делал-то? Зачем? Надо было перезаписать. Мышка, блин, мышка попортила всю ситуацию. Третий слот занял случайно. Давай смотреть. Три лекарства. Три лекарства — это здорово. Пострелять, правда, не из чего, а так здорово. Так, что там по гранатометам-то? Пять фугасных снарядов и три светошумовых. Это... А, кстати, револьвер.
Револьвер это... А где револьвер? Револьвер. 5. То есть 8 штук у меня, да, патрончиков? Если что, будем револьвером пользоваться. Потому что он есть. Чтобы не пользоваться. Так, пока пистолет. Пока что пистолет. Блин, вот этот... Площадь вот эта вот пустая, она меня напрягает. Сейчас наверняка нападут. Но звук как будто да. Плохо дело. Пиздец, а неплохо. Знаешь, что он сделал? Опять крашнулся. Ну почему не крашнуться? Ну серьезно. Ну вот он решил, что нужно вот сейчас крашнуться. Я поражаюсь на эту игру. Еще, кстати, не понимаю, как можно здесь поменять патроны на другие. Вот это вот самое сложное. Здесь реально это вообще возможно сделать? В режиме прицеливания, серьезно? Понятно. Так, хорошо. Перезарядим все, что у меня есть вообще. Давай перезаряжу. Потому что деда этого надо убивать. Потому что здесь дед. Дед недобрый, дед злой. Бежим. Блять, это... Да, закрыть. Эта хуйня не нужна. Так, начинаем с малого. Блин, промазал. Прыгнет. Прыгнул. Какой молодец, дедуль. Дедуль, ты такой молодец. Не бей. Да как ты меня ударил-то? Ну, я же ведь убежал. Короче, самое сложное здесь. Это не умереть. Так, первым делом. Вроде как он меня не трогает через вот эту вот хреноту, через эти колонны. Так, и давай возьмем бомбу. Гранату эту. Киданем ее. Отлично. Хорошо киданул. Блять. Бежим. Нет. Да хорош. Будь аккуратнее, пожалуйста, дедуль. Прими таблетки, задолбал. Дед, ты когда последний раз их пил? По-моему, давно. Возьмем все вот это необходимое. Ага. Вот это тоже возьмем. И возьму патроны для снайперской винтовки. Так, он там уже начинает буянить. Дед, заканчивай. Ты, конечно, молодец, но мы постоим, подумаем. Что можно такого сделать? Можно его светошумовой шарахнуть, чтобы он немножечко угомонился. Взять револьвер и взять сейчас в руки уже... Ну-ка. Ой, блин, как ярко-то и как шумно. А он испугался вообще, нет? Мне кажется, боюсь только я здесь. Это из светошумовой. Ну-ка. Дедуль, готовься. Готовь свою жопу. А, все, готово дело. Ой, хилый ты какой. Хилый дедуля. Кристальный молот. А что творит? Что он сделал такого? Он умер уже. Уже поздняк говорить ему такие слова. Нужно было раньше. Да? Да. Посмотрим, что здесь лежит. Что, по здоровью? Надо полить свои руки антисептиком. Не, подожди. Я разве все здесь забрал? Я же наверняка что-то здесь не... Да, не все взял, написано.
Тихо, 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 что тут? Прям, блядь, представляешь? Прям в самый ненужный момент. Патронов нет вообще. Вообще нет патронов, блин. Кроме снайперской винтовки вообще ничего нет. А, может быть, есть пистолет? Есть пистолетный, давай возьмем пистолет. Нет, подожди, я его должен в быстрый доступ поставить. Ой, хорошо, деда убили, пойдем дальше. Может быть, что-то полезного найдем сейчас. Колба-то... Колба-то вот она, да? Колбу-то нашел? Да, колбу нашел. С туловищем колба-то. Отлично! Так, а зачем мне вот эти флешбеки? Что? Ты настоящий мужик, Ид? Да я знаю. Молодец. Да. Хватит прятаться, мудила. Живым так меня не уйдешь. Мне патронов нет, не надо такие слова говорить. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен? Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Хорошо. Бакеда. 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 Стой, блядь. Как его звать-то забыл? Рубинштейн. Как его фамилия-то этого? Забыл, короче, как его звать. Прикинь. Тарелку нашел. А что, есть сейчас будем или что? Гейзенберг, во. Гейзенберг. Сейчас мы ему это покажем. Хотя, что мы ему покажем, блядь? Он явно сильнее, чем мы. У меня даже патронов нет почти что. Что, у меня там есть их 20 штук? Ну, 43, блин. Хуже-то, ой, легче-то от этого не становится. Так, блядь, прям дорога наверх. А, это... Подожди. Надо изучить. Был я здесь или... Нихера, я здесь не был. Вообще не был. Главное, патронов больше не просрать, чем... сейчас соберем. А то наверняка сейчас какой-нибудь... Блядь. Я испугался того, что я стрельнул. А стрельнул, потому что испугался. Отчеты о вживлении к аду. Пациенты такие-то, такие-то. 21, муж серебрянщик. Рубцы от пневмонии. Итог, слабая взаимосвязь. Коду не вырос. Изменение тела. Ухудшение когнитивности. Очередной оборотень. Отправлен на выгул. Женская, безработная, ничем не болела. Итог, смерть. Потомственная дворянка. Наследственная болезнь крови. Итог, крепкая взаимосвязь. Острое мышление. Способна управлять трансформацией тела. Применил процедуру контроля над сознанием. Отправлена на обследование. Понято, принято. Так, у кого-то, короче, что-то получилось все-таки сделать. Ничего хорошего это все равно не сулит. Да, вроде все, да? Да, вроде все. Пойдем. Блять. Вот вы откуда здесь? Ну хорош мотаться-то туда-обратно. У меня же вроде не включена помощь прицеливания. Да ну ты дурак, нет. Я защищался. Я защищался. Я защищался как мог. Быстрей. Хорошо. Чё хорошего, блядь? Я же говорю, надо сейчас потратим больше патронов, чем наберем. Иногда берешь, нажимаешь, я так понимаю, серпат не защитишься руками, да? И поэтому вот получается вот как получается. Па-па-па-па-пам. Так, где я? Есть-то. Идем дальше к Гейзенбергу. Наверх. Так, подожди, сейчас я перезаряжу. Все, чтобы наверняка просто. А то сейчас опять попаду в какую-нибудь перестрелку или в такую неприятную ситуацию, и мне стрелять будет нечем. Это где куры? Где куры? Все, я понял. Все, я нашелся. Красота. Здесь ключ с железной отметкой. Да, 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 все. Так, сохраниться нужно. Это ж церковь или что? Да, это церковь, и здесь есть сохранялка.
Чего? Подожди. Что-то за звук здесь какой-то неправильный был. Мне показалось, нет? Куда нужно идти? Идти, я так понимаю... А другой дороги нет? Есть другая дорога, мне же нужно к алтарю. Мне нужно назад. Пойдем обратно. Пойдем обратно на алтарь. Положим все вот эти вот колбочки, которые есть. И все. И, наверное, будет босс какой-то финал. Здорово, а ты еще здесь? Давай, ага, придумай. Ты зачем так сделал-то? А давно здесь козы ходят, я не пойму. Их же не было. Так, ну они атакуют. И лучше сразу пристрелить, потому что, ну, мало ли что. Не хватает мне сейчас, чтобы еще меня коза убила. Так, куда я иду сейчас? Не туда явно. Я опять заблудился, блин, в этой деревне. Мне сейчас назад, назад, назад просто, короче, назад. Вон... Подожди, блядь, куда надо-то? Вот алтарь-то. Вот на алтарь. Знаешь, прям вот в этот вот проход наверх. Да, во, все. Все уже, кукундель едет, я говорю, я подряд записываю. Я за 2 дня игру прошел. Почти. Я... Здесь еще сохранимся. Я счастлив, что вы вернулись живым. Спасибо большое, спасибо. Здрасте. Здорово. Давай возьмем. Купим здесь. Благодарю все, что можно. Потому что наверняка сейчас будет что-то нездоровое. Угу. Мины пригодятся. Кстати, пригодится еще и лечение. А, похоже, у вас нет места. Нет места, ну ладно. Пойдем жаль, тогда в оружейную. Такие себе, конечно, инвестиции. 40... Нет, 48 я не хочу. Счастливо. А, пойдем. Ой, пока. Пока. Так, где здесь алтарь? Ага. Колба с туловищем. Хорошо. И колба... Колба... Колба с руками, вот она. Я так и не понял, не вспомнил, где я шар должен был использовать. По-моему, это было, когда мы ходили к Беневиньета. И я так понимаю, нужно было бы туда пойти... И там использовать, но это в другую сторону совсем. Так, это мне туда, значит, я понял, все. Найдите Гейзенберга. Пойдем найдем Гейзенберга. Так, а могу сделать патронов? Могу сделать патронов, и я их сделаю. Чтоб было побольше, а то мало ли что. Сейчас я туда схожу, я там не был. Не зря же мне дали эту... рукоятку. Правильно говорю? Правильно, конечно. Хорош уже, хорош крутить. Давай, пойдем. Пойдем уже скорее. Скорее, скорее. Угу. А зачем мне деньги? Мне нужно было что-то полезное, наверное, а тут деньги какие-то. Но я так понимаю, это по сюжету надо было сюда идти, поэтому вот так и будет. Если бы я с тобой вернулся сюда, когда мне дали только ключ, наверное, просто никуда бы я не смогу поехать. Точнее, когда рукоятку получил бы, никуда бы не смог поехать. А после ключа с лодкой, там, по-моему, нельзя было сюда поехать вообще. Прийти, точнее, сюда нельзя было бы. Хотя хрен его знает. Мы с тобой по сюжету ходим, а не по вот этой вот шантропе, типа, пойдем туда, пойдем сюда. Так, а куда мне надо-то? Разводной мост. Ага, точка сохранения. Это слева, я понял, хорошо. Давай-ка. К точке сохранения. Я там был, значит, получается здесь. Что это за точка сохранения? Что это за место, где я был уже?
Вода кончилась, значит, должна закончиться и игра. Кстати, может, тут и была загадка-то, нет? Ну, а вдруг? Не, хер, не был тут загадки. Ладничка, пойдем. Так, а там что? А там ничего, а там пусто. Ой. Ой, аж мурашки пробило. Ух, чешется уже, прям все, сил нет. Ну-ка, что тут? Я иду, Гейзенберг. Встречай. Мы драться будем, или же просто какая-то интеллектуальная битва будет? Ненавижу это задание. Хорошо. Ну, пойдем сначала вправо. Минус один. Нет места для снаряжения. 16 пулек у меня целых есть. Точнее, 16 пулек. Вот это мне не нужно. Явно не нужно. Зачем я его... Нет. Да. Зачем я его с собой ношу, это мясо, не ясно. Патроны для дробовика. Да откуда ты там взялся-то, ну? Да блять, ну... Блять. Сэкономил опять, ну твою мать-то, ну. Вот опять я сэкономил. Чего? И... Экономия моя до хорошего не довела. Еще раз я доказываю сам себе, что скупой платит дважды. Да сколько там можно вылезать уже, ну? Можно попробовать вот так. Иди сюда. Не зря же они тут это возрождаются-то. Иди ко мне. Загорелся. Пойдем. Иди, иди ко мне. Да сюда иди, ну. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ты сейчас сгоришь уже. Ну, пошли, 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 пошли. Хорошо, молодец. До свидания. Не зря прожил свою, так сказать, жизнь. Золотая статуя госпожи. Это хорошо. А зачем она мне нужна? А чё я сюда вообще пришел? Погоди. Я сюда просто не должен был приходить, да? Да, это просто сокровище. Я понял, это не сюжетка. Это просто по приколу. Прикольный прикол такой, да. Так. Ну возьми ты. Не знаю куда. Посмотрю, что здесь может находиться. Пещера. Вижу пещеру. Но за... Ну... Какая неприятная местность. Так. Я здесь... Я хотел спросить, я здесь был или не был? О, и здесь были уже все. Древняя монета. И здесь, дружки, пирожки были уже. Это что такое? Цевьё. Цевьё-то мне зачем? Цевьё-то мне не нужно. Ходи. А, мне можно что-то выбросить такое эдакое? Да блин, здесь нет ничего выбрасывать такого эдакого-то. А просто на пол положить нельзя, чтобы я это потом подобрал? Зачем вот это вот выбрасывать совсем? Цевьё-то повышающий скорострельность. Цевьё скорострельность повышает. Почему нельзя сразу взять это и использовать? Типа... Бред какой-то, ладно. Секвенирование ДНК завершено. 99-95 родства с мутамицелием издал виразницу в 0,05. Вероятно, составляют изменения, намеренно внесенные людьми. А значит, это наверняка и есть источник. Необходимо выяснить, как именно соединение нашли и извлекли образец плесени. Колония грибов разрослась по всей деревне. А, если вспомнить инцидент в доме Бейкеров, зараженные
мутамицелием входили в сеть коллективного разума. Если здесь случайно логичный, то этот организм хранит в себе данные. А раз так, какие данные нужны Миранде? Да хуй знает, что там ей надо-то вообще. А надо ли ей вообще что-то? Погоди, а куда надо-то идти? Ой. Ой. Ты-то откуда здесь? Тихо, сзади кто-то, сзади. Хорошо. А куда нужно идти теперь? Я здесь должен был быть или нет? Или же это просто так? Или же это место просто, чтобы я тут нашел какую-то записку и пару сокровищ? Просто я как-то хожу, а где его найти-то, этого Гейзенберга? Где он есть-то? Там он хоть подсказки по колбе оставил, а тут-то что? Так, ну вниз смысла идти нет, мы там были уже. Ладненько. Я снова умудрился в линейной игре заблудиться. Как такое происходит, я даже понятия не имею, но... Но как-то так выходит, и так получается, и делается вот именно вот непроизвольно. Я не то чтобы заблудился, я просто не совсем по сюжету сейчас хожу. То есть по факту-то полезно хожу, но смысл-то для сюжета это вообще никакого не несет. Патронов хорошо много у меня теперь. Пошли дальше, пошли туда. Куда нам указывал путь, хочу заметить. Что вот происходит? Что происходит? Я откуда знаю, что происходит? Видать, Гейзенберг шалит немножечко. Ну вот тебе и место проведения ритуалов. А что сюда-то можно запихать? Все. Ща как мы ритуал-то проведем. Ну-ка, двинься, пожалуйста, я хочу оглядеться, чтобы никого рядом не было. Опа. Опачки. Я помню эту загадку. Не загадку, а... Первая, короче, самая с нами с тобой решенная головоломка. Ой-ой-ой. Что происходит-то? Эй. Это лифт такой своеобразненький, да? Интересно. Интересно. Главное, короче, не забыть, как всегда, повырезать все, что было ненужным. Ввиду моей такой логики специфической, я, бывает, немного лишнего делаю. Не то, что немного, много лишнего делаю. Хорошо. Будь спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двиг. Ты через мост. Хорошо, сейчас приду, подожди. Может, тут что есть полезного? Итан Уинтерс. Входи. Да сейчас зайду, подожди. Не думал, что ты справишься с Донной Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миранде. Давай поговорим. Не бойся. Это не ловушка. Я так и подумал. Но малый ты хороший, добрый такой. Душа-то у него хорошая, чистая. Наверное. И ничего плохого-то он не желает. Просто убить хочет нас, и все. Как говорится, ради блага. Нашего же с тобой блага. Хочет просто нас убить. Чтобы не мучились. Ага. Угу. Так, а что здесь все под этой-то? Под тряпочками-то? Матери Миранда. Мия. Да это фотка ее, не Мия. Правда, глаза.
Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Не. Я верну свою дочь. Да нет. Ты крепко ошибся. Сука, закрывай. Завали его! Прости, что смотрю. Ты присядь. Не хочу я туда присаживаться. Ты меня сейчас толкнешь туда, в эту дырку. Слушай, Итан, ты часть игры. Ты серьезно сядешь сейчас? Говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Сзади тебя открытая, открытый люк. Мексиканская сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не усёк? Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Миран? Я вообще не хочу быть в семье Миран. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Во-во. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткни еще рот! То есть тебя реально не смущает, что ты сидишь рядом с люком? Толкнет сейчас. Толкнет. Мы вместе спасем Розу. Толкнет, и с ней уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ну кто бы сомневался. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Сам напросился. Больно ударился копчиком, блин. Ну и чё я тут увижу? Я на самом деле этого дела не боюсь всего. Сука! Что это за вентилятор, блядь? Сука! Бежим. Тупик. Да хай сам ты тупик, блядь. А, нихуя не тупик, вот оно. Что у тебя? Хорошо, пошел. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно же ноги сломать. А сейчас мы на этом листе поедем кататься, наверное, да? Или нет? Что это за тварь? Нахуй её знает, что это за тварь? Ты я-то откуда могу знать? Дружище, я с тобой тут первый раз вообще. Ой. Он здесь просто на металл... на этом, на заводе работает, и все, делов-то. Да пойдешь ты, нет сегодня. Эй. Блять. Кошмар просто, серьезно. Ты можешь сразу пойти? Ой. Умаялся. Когда закончится это все дело, ну? Может, настолько близко к победе, что я даже не могу. Ой, мимо. А вот это попал. Блять, два раза. Вот это было зря, конечно, да, сейчас? Вот я сейчас тупанул, конечно, люто, но а что ж поделаешь? Умрешь ты? Нет, сегодня. В конце концов, сколько можно тебя лупить? Посмотрим, что по лекарству. Да, и по патронов, конечно, вообще мало очень. Это меня расстраивает, потому что 8 патронов для дробовика — это просто смех. Трава — это хорошо, мы сможем сейчас... Хотя хрен мы сделаем, у нас реагентов нет. Я же сделал патроны для дробовика. Мне и 3 патрона не помогут, и реагентов больше нет. Короче, сам себя в тупик загнал. Пойдем. Самое главное сейчас
быть спокойным. Быть спокойным и пройти эту игрушку. Ну и чё? Толкай давай. Ебанутое место. Да не говори. Ой, там, там людей, что ли, перевозят? А, выберитесь из фабрики. А зачем ты сюда зашел-то, если ты хочешь выбраться из фабрики? Ты дурак, что ли, или чё? Проблемы с головой в детстве были. Сейчас нападут на меня, 100%, вот из этого лифта. Ой, приветики, хороший мой. Как давно мы с тобой не виделись. А, кошелек герцога. Пойдем посмотрим, что у нас по сокровищам. Ого-го-го-го-го. А, продать. Это от владыки Моро? Нет. Это есть присутствие? Красота кротеск. Да. А-а-а! 237 тысяч. Так, ну, сейчас самое время, чтобы улучшить все, что здесь есть. Патронов столько, правда, нет, чтобы темп стрельбы-то увеличить. Что? А, все хорошо, хорошо. Пистолет. Снайперскую винтовку давай прокачаем. И, естественно, прокачаем дробовик. По боезапасу, в первую очередь, по боезапасу. Темп стрельбы, жаль, не прокачивается. Он помог бы очень сильно. Эти руки гораздо проворнее. Так, все, идем. В припасы. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Что такое? Почему не могу ничего купить? Помповое боевое ружье, широкий разброс дроби позволяет уничтожать скопление врагов. Но нам это не надо сейчас. Полуавтоматическое ружье. Сколько стоит? 180. А у меня столько денег никогда в жизни не было, так что будем учиться с обычным. И получается, что? Получается, эту купим. Увы, у вас нет свободного места для этой миши. Отстань. И получается, что нужно еще купить? Да все, патроны-то мы все купили. Есть три варианта. Продать вещи, выбросить их или купить сумку побольше. А если я куплю сумку побольше, то... Интересный выбор. Хуже уже не будет. Точно, говорю тебе. Так что накупим всего и пойдем со спокойной совестью. Сейчас вылезет кто-то, по-любому. Красный цвет значит опасность. Так, эта комната готова. Явно легко ломается. Вот тебе и сломал. Так, электроники, привет. Ты умрешь, ты нет сегодня. Они живучие, да, жути. Так, и что я здесь забыл? А, здесь получается... А, здесь больше ничего нет, я понял. Все, так, это что? Нет электричества, сейчас будет, сейчас наладим. Я же электрик, я здесь вот уже что только не починил. И запирающие механизмы, и дамбу починил. И починил, что я там еще-то чинил? Готово дело. И починил ветряки. Тихо. И починил... Да все починил, короче. Я здесь что только не починил уже. А, лифт. Лифтером я заделался здесь, кроме как электриком. Что только не делал. Что только не творил вообще. Ладненько. А, не, это не то. А, заперто с другой стороны. Ладно. Нет, да не хочу идти. Сюда что нужно положить? Нужен шаблон. Твою мать, я что здесь еще и летельщиком хочу заделаться? А, сюда нужно вставить эту хреноту, которую сейчас отольем. Ладно. Неожиданно. Так.
Не реви. Как быстро кончается обойма, я прям не могу. Еще один дали черепок. Куда мне их девать? Я их, конечно, продавать могу, но я все равно уже к концу игры ничего купить не смогу себе. Ой. Эксперименты какие тут проводят. А сейчас оживет. Бля, будто оживет. Это он сделал? Ну, видать, он. Не зря он стреляется, блин. Блять, оживет железно, тебе говорю, железно. Шаблон барельефа. Блин, говорил же тебе. А, у него тут сердечко. Сердечко у него тут механическое. Застрял, да? Меня вообще уже ничем не удивишь. Я тут это... привык уже к таким вещам. И меня это вовсе не останавливает, не пугает. Просто нужно идти стрелять. Даже не удивлюсь, если сейчас там воскреснет половина противников, и я пойду снова их сейчас лупасить. Кстати, отмычка. Не зря она здесь стоит. Может, патронов дадут хоть. Для дробовика, пожалуйста. Блять, полезная какая штука-то, ну. Прям реально полезная. Ой, давай сталелитейщиком заделываться. Так понимаю, пока эта лица будет, сейчас нападут? Нет? Если нет, то хорошо, если да, то плохо. Вот и все. Вот и вся история. Все. Это полезная вещь. Да обосраться, какая полезная. Иначе не скажешь. Хорош. Зачем на меня нападать? Тем более так вот из-под тишка. Как давно я не открывал ящики в столах? Ты понимаешь это, нет? Чё я взял? Чё я взял сейчас? Патрон для револьвера, наверное, да? По текстуре было похоже на это. Это что? Мать колотить. Здесь еще один... Ну, конечно, прыгать надо. Конечно же, прыгать. Ходить по ступенькам тебя не учили? А там их, наверное, и нет. Я что-то придумал, да? Да, тут не было ступенек. Нападайте. Жду ваших нападений. Блядь. Понял. Понял, это не загадки, это ловушки. Не ловушки, а просто надо это подстраиваться. Хорошо. Не-не-не-не-не. Хорошо. Я просто молчу, я просто играю. Мне просто уже даже не то, что говорить не хочется, я просто уже устал. Опять же, я говорю, 10 серий подряд записываю. Ой. Патрончиков-то у меня опять нет. Опять нет патрончиков-то. Как быть? Не знаешь? Я тоже не знаю. Мне без патронов туго будет сейчас. Ух, как туго.
Просто больно быстро она шевелится, наверное, мы не успели пройти. По первым еще ладно, первые они как-то медленно ходят, а вот это вот очень быстро. Может быть, успел бы, но я даже рисковать не хочу. Опа. Ух, блин. По времени пошел уже третий ролик, наверное, да? А у меня все еще один. Ой. Эй, блядь, он же сейчас тоже оживет. Сука. Точно тебе говорю. Ну просто это наверняка он не просто так там сидит. Так, это что? Это так не ломается, да? Я понял. Нужна шестерня. Шестерня, так шестерня. Вниз можно еще пойти. Можно кинуть гранату вон туда. Ой. Так, а это бесполезно. Да, понял, все. Выбрать. Опять я по привычке нажал на таб. Хотя на него... Идет? Не, не идет. Не идет. А, взять. Че взять-то? И че, и все, что ли? Я ради... Нет, смотри-ка. О-о-о, шестерня. Цилиндр. Я себя по максимуму решил обезопасить и поставил туда мину. Ну, чтобы было. Так, а че это... Нужна шестерня. И? Какую мне такую шестерню сюда нужно, чтобы вставить ее, что у меня такой нет? Сложно, очень сложно. Черепундель уже, наверное, просто не соображает, поэтому и сложно. Так, это за... Ага, понял. Ага, подожди. Че понял-то? Что здесь? Механический боец-солдат. Версия 1.0 взял труп взрослого мужчины, удалил сердце и вставил коду. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Бой с оборотнем разобран на части, съеден за 3 минуты. Поражающая способность, убойная сила недостаточная. Заменил нижнюю часть руки буром. Недостаточная энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело. Установил коду реактор в грудь. Запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат. Но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. Спасибо большое, что ты дальше ничего не делал с ним. Шаблон шестеренки. Так, мне нужно идти обратно и отливать эту шестерню, да? Зря я туда мину положил. Хотя хрен ли зря, не зря. Это что за место? Не знаешь? Так, литейная. Литейная, вот она. То есть я могу вот так вот пройти. Угу. Ага, угу. Что это такое? Переключатель. Здесь я не был, здесь я был. То есть по факту литейная, вот она. Ну пойдем попробуем вниз. Не зря же здесь лестница есть. Далеко-то как, елки-палки. Хотя там наверняка комната открывается просто с другой стороны, а я сейчас лишние движения делаю, но... Я даже не удивлен. А, ну да, я лишние движения делаю хотя бы потому, что здесь... А здесь не пройдешь, здесь лестницы-то нет, я уже ходил здесь. Очень долго он по лестнице ползает. Меня прям это вымораживает. Серьезно, очень долго он это делает все.
Серьезно, я мину зря поставил. Вынес, нет? Не вынес. Тихо ты, ну. Все, угомонился. О, блядь, он еще и взрывается. Мина-то что не взорвалась, я не пойму. Мина что плохого сделала мне? Че она такая предательница? Опа, что там? А, не, ничего. А, литейная это где? Литейная это вот она. Твою мать. Как я мог умудриться мимо нее пройти? Просто вот... Ходил рядом с литейной и не мог найти литейную. Это уже ни в какие рамки не лезет. Так, что у нас там по предметам? По лекарствам есть? Лекарства есть, а вот пистолетных пулек-то нет. А, ну и все. Кончились пистолетные пульки. А, ресурсов вообще ноль. Конечно, пригодится. Мы из него сейчас... Ее сейчас вставим вот сюда. Делов-то. Так, и где она? Вот, вот она. Генератор включается. Угу, угу. А почему дверь закрылась сзади меня? Блядь, сейчас все, все, все оживут наверняка, которые вот ходят так. Страшные вот эти вот звери с руками бурыми. Я мечтал, что мы объединимся. Да, угу, круто. Против этой сучары Миранды. Я очень, очень разочарован. Я очень разочарован, что ты так думал. Она похитила меня. Блядь, достал до меня, серьезно. А может выживу? Ты хоть понимаешь, Итан, насколько это унизительно? Ты дурак, нет? Ты же здесь не пройдешь. Пройдешь? Не пройдешь. Я не такой, как ты. Я хочу лишь освободиться от этой сучары. Да зачем ты ее так не любишь? Это мне нужна сила. Матерь. Матерь Миранда. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Так, я вижу, что там кто-то ходит, и это мне не радует совсем. А я знаю, что сделаю сейчас. Мину поставлю. Вот, плоды моих стараний. Сильные уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Отойду вот сюда, подожду. Это предложение, Итан. Ну и урод. Согласен с тобой. Как мне его теперь согреть сюда, чтобы он пришел? М? Так, а, я так понимаю, он по скрипту ушел туда просто и ждет, пока мы придем к нему. Да? Да, да, наверное, так и есть. Возможно, чтобы мы испугались. Но мы-то не боимся, нас, блядь, тут не напугаешь. Все, доигрался. Так, по всему красному почти нужно стрелять. Ну, по крайней мере, почти по всему красному нужно стрелять. Ой, блядь. Тихо. Бежим. Бежим, 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 бежим. Хорош. Да как ты выжил-то, ну? Ты умереть должен был только что. Какая ж тупость-то, тупость-то какая, ну. Готов дело. Взял кристальное сердце. Так, еще кто-то внизу ходит, да? Ну да, походу. Да, вот он. Дурачок, блядь. Ходит и ходит, ходит и ходит. Че ходит, блядь? Сам бы понимал. Так. Здесь мы с тобой воздержимся от траты патронов. Возьмем дробовик и пойдем дальше. Блять, их очень много. У меня столько патронов на них уходит.
сука, у меня патронов нет. Понимаешь же, должен ты, ну. Они дальше встают. Как будто так и надо. В ноль просто потратил. Круто, круто. Круче только яйца. Так, возьмем. Угу. Лекарств нет. Лекарства есть. Классно. Есть 15 пистолетных патронов. Тоже круче не придумаешь. Пошел я, значит. Куда я пошел-то? Я вот сюда иду. А здесь ловить-то нечего, кроме этого ящичка. А в этом ящичке только деньги. Вот так здорово-то. Так, а что это? Они опять нагреваются, и в них можно еще раз стрельнуть, да? Они разряды, наверное, какие-то делают просто и все. Так, это тупичок. А тупичок просто так или для чего-то? Видать, просто так. Ну, пошел наверх. Я еще буду... Буду стрелять из... Ой. Погоди. Возьмем мину. И побежим. Возьмем мину. И побежим. У него сзади, да, этот? Да, вон он. Пойдем. Иди ко мне, иди. Или ты готовый уже, нет? Не готовый? Еще надо тебя. Взрывайся. Все, наигрался. Большое кристальное сердце. Хорошо. Это меня не может не радовать. Ну, возьми ты ее. Спасибо большое. Ох. Ой, сколько можно-то? Люди там... А, это вот эти буровые установки ходят, летают там сверху. Шалеть их сколько там. Так, порох. Давай мы уже с Гейзенбергом сразимся, а то я что-то уже думаю, что мы до него не дойдем. Попробуем теорию в действии. Умрешь ты, нет, сегодня? Так, он... Когда он умрет? Бежим. Просто бежим. Я добегался. А что с ним делать? А, от него бежать. Вот, все как мы любим. Сейчас. Ой. Шнос зачесался. Бежим. Беги. А, все? Видать, да. Убежал. Здесь ничего не надо никуда бегать будет, нет? Уже хорошо. Так. Тут что? Тут тоже, видать, ничего полезного нет, да? Путь будет долгим. Да и не хочу я долгий путь, я хочу выиграть. Так. Ага. Ой, подожди, а я тут должен быть? А, ну у меня другого пути-то и нет, ладно.
считает, что мы просто дети. Да. При этом ей совершенно нет дела. Она давно утратила всю человечность. Я должен уничтожить. Блять, нет даже обломков. Мне посрать на ваши семейные разборки. Ты там что, забой с тенью устраиваешь? Не умер, нет? Прикинь, с двух выстрелов снайперской винтовки умирает. Это шалить как сильно и сложно. Ага. Один хрен патронов у меня не прибавилось, поэтому пошли. Как не было, так и не осталось. Так, с кем они дерутся? И где? Реально бой с тенью, что ли, устроили? Так. Так. Промазал, блядь. Прикинь, промазал. Хватит тебе? Нет, не хватит? Я думал, сейчас опять я... познаю скупость свою. Этот, главное, с первого выстрела умер, а того пришлось, блин, еще добивать. И ладно просто добивать, там еще огромное количество патронов потратилось на вот это вот все. С дробовика в него стрельнул, и еще получилось, ножом его надо было добивать. Ужас. Сколько можно идти-то, ну? О, да хватит. Ну зачем ты его цепляешь-то? Когда надо, не цепляешь, когда не надо, цепляешь. А, блин, а у меня же... Ладно, есть, есть у меня. Что-то улетело все куда-то. Я так понимаю, еще встреча с торговцем будет? И, так как здесь много всего. Много всего того, что можно продать. Скорее всего, эта встреча будет. А если она будет? Значит, еще вообще не конец. Угу. Я буду все ящики собирать, потому что у меня патронов нет вообще. А они мне нужны. Ух, ебать, колотить, вот это дура. Один. Бежим. Просто бежим. Просто бежим. Блять, они сейчас сюда прилетят, да? А, на меня она не реагирует, получается, или что? Умри ты уже, умри. Не защищайся. Ой. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, он держится после... Ну, все, долго очень время держится. А потом приходится его... Еще раз выстреливать. Вот так вот делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Он закипел что-то вообще весь. Бежим. Ой, блядь, 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 блядь. Не хочу я с тобой драться, иди отсюда. Все, хорошо. Лучше одну аптечку потратить. Я патронов в них сейчас угашу просто, просто кучу. Опа. Я застрял. Я застрял. Я застрял, тебе говори, нечестно так было. Так, ладно, давай попробуем воспользоваться гранатами вот этим. Все?
Готово дело. Одного нет. Так, а вот с этим что делать? Где генератор? Какой генератор? Ты о чем вообще? Угу. А их три, писюльки-то надо в три попасть. Угу. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Попал. Хорошо. Главное, чтобы он на меня не прыгнул сейчас. Вот сейчас. Так, а я не пойму, а где еще-то? Почему до сих пор работает? Я же в три лампочки попал. Это издевательство, серьезно. Я что тебе здесь? У меня больше всех патронов, что ли, или что? Это был последний? Может, смогу сломать? Кого? Кого сломать ты сможешь? Что нужно сломать? Ты хоть скажи мне. Я ее сейчас сломаю. Ёпти, мам, блять, вот она. Я так и знал, что посередине где-то что-то лежит. Но кто бы мог подумать, что она именно там. Так глубоко. Это чтобы ты сразу все сломать не мог из одной точки. Именно так и сделано. Я не буду брать эти кристаллические шлемы, блин, эти как их кости, черепа. Это очень долго туда вниз спускаться. Я заблужусь, блин, 100 раз, пока я спущусь. Так. Главные патроны. Патронов бы взять бы, найти бы, и было бы вообще классно. Потому что я их вообще не вижу у себя. Просто 24, сколько там патронов остается? Мало очень. Очень мало патронов. Карта фабрики, серьезно, мне еще карта нужна будет. Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец. Главный стабилизатор маневренно серьезно повысилось. Так... Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть труднопроходимую местность. Хорошо. Бронесолдат установил пластину из алюминиева. Да мы только что видели. С ним только что дрался. Реагенты. Так, это что? Это я сейчас освобождаю себе дорогу, я так понимаю, по которой я сейчас пойду. Чего такое-то? А, меня туда засасывает. Надо стрелять тут. Все, готово дело. Как у них тут все не... Как у них тут все ненадежно, блин. На красных лампочках все работает. А, там, наверное, было секретное что-то, да? И я туда не пошел. Я думал, наоборот, здесь секретное. Ой. Так, и... А! Все, вижу. Ух. Ай. Где сам Гейзенберг? Я хочу стрельнуть в него. Я уже, блин, всех убил, кроме него. Он самый падло живучий. Совсем скоро, Миранда, начнет церемонию с твоей розой. Пусть начинает. Если это произойдет, всем конец. Угу. Твоему ребенку и всей деревне. Угу. Но не волнуйся, я ей помешаю. Я убью Миранду с помощью розы. А так можно было? Бедный папаша. Похоже, ты один до сих пор не понимаешь, как сильна твоя дочь. Хочешь забрать розу? Ну попробуй. Да он уже забрал так-то почти что. Ну-ка. Я просто не пойму.
Ну, начнет она этот ритуал. Что она начнет? Она убьет Розу, а потом получится, что мы ее больше никогда не увидим. Она высосет из нее душу и сделает своего ребенка. Да, еще одного такого же, как вот Гейзенберг или кто-то там еще. Так, у меня такого ключа-то нет, я понял. Мне нужно его сначала отлить. Угу. Я понял. Короче, нужно сделать сейчас ключ, а потом подняться сюда наверх и открыть вот этот замок с конем. Вот оно как все. Ой, приветики. Вам что-нибудь подсказать? Не надо, я сам. Сокровище. Тоже. Ну, скажите, зачем мне это? Я откуда знаю, зачем? Ты же меня покупаешь. Так, все остальное мы не продаем. Прошу вас, изучите мои новые товары. Это что такое? Пистолет-пулемет. Дополнительный модуль увеличивает его огневую мощь. Урон 200. 760. 1160. Блин, вот это сильная штука. Но у меня на нее не хватит денег. 760. А у меня сейчас сколько? 800. Но пока что это не сильнее, чем моя. Вот 1200 вот это вот. Это хорошо. Сохраняшечку. Опа, а что это? Мне даже попить больше нечего. Грустно. Кошмар.